Турция нарушает соглашение с ЕС по мигрантам. По данным влиятельного немецкого еженедельника «Шпигель», официальная Анкара специально аннулирует выездные визы сирийцам с высшим образованием и отправляет в Европейский Союз в основном малообразованных и тяжелобольных. Высококвалифицированных специалистов Турция предпочитает оставлять у себя. За прошедший месяц Турция в последний момент неоднократно аннулировала выездные визы, предоставленные сирийским беженцам. В большинстве случаев речь шла о семьях высококвалифицированных специалистов, врачей или инженеров. Это идет вразрез с достигнутыми с Брюсселем договоренностями, согласно которым решать, кто едет в Европу, а кто нет, должно специальное подразделение ООН.